Я тоже буду готовить. Будучи примаром, я бы как и взяла бы и спорт, и досуг в маленьком культурно-массовом мероприятии. Так как и то нужно. Но я хочу за наш проект сказать. Значит, группа очень старалась, очень все обдумывали, но это очень мало времени. Было бы больше времени, мы бы еще $1000 потратили бы, а так только 4 потратили. Вот, и больше бы подумали о волонтерской работе, больше бы об экономических агентах. Просто мало времени было. Как вы думаете, в чем недостатки проекта ваших оппонентов? Что, я что-то не думала, они тоже, они не мало времени было, чтобы вот это все скорректировать, конечно. Чем лучше? Я не говорю, что лучше. И тот хороший, и этот хороший, они оба очень нужные для дела. Мы проголосуем тогда за их проект. А, мы будем голосовать, да? Да. Наш проект лучше. Потому что мы охватили больше мероприятий, больше людей будет охвачено, так как много мероприятий. Вот, может только потому.